Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнингу Хасик, где я майню криптомонету Litecoin. Ну, здесь, кто не знает, на главной страничке можно перевести и почитать. Я делала краткий обзор по нему, по этому майнеру. И в этом видео я хочу показать, как ставить монеты на вывод. Значит, это дашборд, где все мои майнеры. Вот. И минимальный вывод 0.02 монеты, по-моему. Сейчас посмотрим. Значит, можно поставить язык вот русский. Выбирайте, какой вам надо. И вот прибыль за вчера у меня на 48 центов. Здесь вот Litecoin. Но биткоин не в счет. Он дается при регистрации. И как бы с него прибыли, можно сказать, никакой. Это бонусный. Значит, у меня 2, 4, 5 асиков куплено. И на балансе у меня 0.01 Litecoin Сатоша. Давайте поставим на вывод. Значит, вот мои монеты. Я скопирую вот эту сумму. Последнюю циферку я оставлю. Так, копирую. Значит, биткоин здесь сразу стоит по умолчанию. И я ищу свою монету. Мне нужен Litecoin. Куда я буду выводить? Вывод средств. Видите, можно выводить Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash. Вот такие монеты. Tron, Ripple, Dash, Zcash, Binance, Stellar. И вот какая-то монета. Ну, я в Litecoin. Вот, и минимальная сумма 0.025, 2,5 миллиона, а у меня на балансе 0.1. Вот, значит, Litecoin кошелек прописан. Вставляю сюда сумму. И сюда я поставлю последний нолик. Вот так. Потому что у меня здесь на конце 6. Ну, как бы, да? Вдруг чего? И что? Вы можете изменить адрес своего кошелька в настройках. Значит, ну давайте поставим на вывод. Это у меня на $11. Кликаю вывод. Вы уверены, что хотите вывести средства? Да. И все. Вот у меня цифра 6. В конце осталось. Я свои монетки вывела. Заявка на вывод средств успешно отправлена. Ожидайте подтверждения от администратора. Вывод производится, друзья, в ручном режиме. Вот я выводила 0.03 монеты. Сегодня мой вывод 0.1. В ожидании. Если при необходимости, можно это отменить и монеты вернутся на баланс. Вот таким вот образом ставить монеты на вывод. Далее что? Значит, хочу вам сказать, когда вы заходите сюда, не спешите прописывать кошельки. Я поспешила, я прописала, ну, я прописывала с Coinbase, так как я, ну, в основном всегда вывожу на Coinbase.
Вот. И мне пришлось обращаться в поддержку по электронной почте, чтобы изменить адрес. Я написала сначала в чат. Есть канал, есть чат. Спросила, потому что так изменить кошелек нельзя. Вот видите, у меня прописан только лайткоин. Я могу прописать вот такой, например, вот такой кошелек, биткоин кошелек, да? Но после, когда вы сохраните, меняется кошелек только строго через поддержку. Обращайтесь в техподдержку. Я, значит, что написала в чат, можно ли изменить, на что мне там, ну вот кто там в чате главный, администратор, да, написал, напишите свой логин, email адрес, старый кошелек, новый кошелек. И я вот на английском языке написала, обратилась в поддержку. Мне изменили адрес кошелька. Это сколько? Дня 2-3, по-моему, как бы на это все дело ушло. Ну, вот. И я прописала сюда Spyro, потому что все равно я с Coinbase перевожу это все на Payeer. Так что что мне туда-сюда. Вот. Ну и асики купить. Я вам показывала, как контракт работает 365 дней. Можно покупать с баланса, а можно покупать напрямую с кошелька. Понимаем, да? Здесь выбираете, какой вы хотите ASIC. Например, если биткоин, это в биткоин сатошах будет купить. Сколько? 25 973 биткоин сатохи. Если вы Ethereum покупаете, также можно выбрать в лайткоинах. Также можно в догикоинах. Ну вот по-разному. И как бы вы оплачиваете это все. И после подтверждения он автоматически как бы уже у вас в работе. Ничего больше, ничего, ну, кликать не надо. Но про кошельки я вам, друзья, сказала. Значит, письмо, наверное, мне пришло от этого майнера. Наверное, сейчас зайдем, посмотрим. Да, Хасик, видите, оповещение. Кликаем. И смотрим, что там. Так, перевести сообщение. Привет, Елена. Ваш запрос на вывод средств будет обработан в ближайшее время. Вот такая вот сумма на такой вот кошелек. С уважением, команда Хасик. Вот. Ну, как денежные монеты, средства, монеты Литохи поступят на кошелек, придет. Я запишу еще одно видео и покажу то, что монеты мои пришли. Вот. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите, друзья, себя и своих близких. До новых встреч! Пока.